Две недели назад в Кинешме обвалилась дорога, проходящая через центр города. Дорожное полотно через Пестовский овраг размыло в результате сильного ливня. Площадь обрушения составила около 40 квадратных метров. Из-за оседания грунта в провал попал легковой автомобиль «Opel Zafira». Водители и двое пассажиров получили ушибы. Тогда, на время ремонта, стоимость которого оценили более чем в 15 миллионов рублей, весь транспорт решено было пустить по объездной дороге. Но, как выяснилось, ездить по ней тоже небезопасно. Сегодня около 12 часов дня там провалился рейсовый автобус. Водителю не удалось самостоятельно вызволить транспорт из образовавшейся канавы. На помощь пришли еще два автобуса, но попытки оказались тщетны. В результате транспортное средство удалось вытащить на дорогу только подъехавшему грузовику. Если учесть, что этот съезд был отремонтирован всего несколько дней назад, и он уже продемонстрировал себя на прочность, то можно представить, сколько еще автомобилей рискуют попасть в дорожный капкан.